А это у нас известный любитель прыжков в вингсьюте Джеб Корлис, который в 2012 году, летя на огромной скорости, задел скалу. Его друзья, которые наблюдали эту сцену, уже подумали, что парню конец, но, к их удивлению, Джеб не растерялся и за пару секунд до падения на землю Начнем с Карла Экли, который перекрыл леопарду воздух. Карл был таксидермистом, изобретателем, биологом, защитником природы и фотографом. В животных он разбирался исключительно хорошо, а человеком был сложным, в частности, любил испытывать судьбу. Во время экспедиции по Африке Экли наткнулся на дикого леопарда. Леопард, само собой, напал на человека. Карл не успел в него выстрелить. Казалось, это конец, но мужчина не растерялся. Левой рукой он схватил леопарда за горло, а правую засунул тому в рот. Кошка, должно быть, сначала удивилась, что ужин как-то странно себя ведет. Джампер Рикард Хендриксон во время съемок документального фильма об экстремальном спорте, выполняя акробатический трюк на вершине скалы, сорвался в пропасть глубиной более километра.